Всем привет, а с вами Аркс Плюй. И это ПВПшечка, ПВПшечка. У нас дальше идет следующим Свен. Я уже разомнялся, сыграл пару раз и подумал, что же мне лучше всего собрать и показать вам. И вы, наверное, думаете, что же ты придумал? Ни хрена! Просто ни хрена я не могу придумать. Вот, Сан и Абузер, поздравляю! Раста Абузер, самый донный герой для этого мода. Запомните, хотите выигрывать 100% всегда ПВП, пикайте Расту. Самый изи бризи. Первым скиллом дамажит, хекс есть, потом у нас сетка есть. И у него ульта, они соло сносят вышку. Просто за один раз. Да, нам будет очень тяжело против Абузера. Ой, как тяжело. Ой, как тяжело. В любом случае, это говно будет спамить первым скиллом, поэтому покупаем по-любому Magic Stick. Вообще бы я собрался уже какой-нибудь худ, да и все. Это параша будет спамить постоянно. Но лучше всего попробовать собрать ему тогда банку. Потому что Свену очень хорошо идет банка. У нас будет не хватать всегда маны, понимаете? В любом случае. У нас тупо 140 маны на стан. Ну, требует стан 140 маны, а у нас всего 180. 180. То есть, после первого стана у нас останется 40 маны. Это, короче, это забейте. Это очень жестко. Очень. В идеале, нам попробовать сейчас нафармить на банку, потому что, ну, здесь все-таки, скорее всего, фастбанка нужна. Чтобы у нас был хотя бы стан и регенка была. Как победить Абузера, вы можете спросить? Я не представляю. Просто не представляю. Вот именно этого героя. Сейчас им обузят 90% игроков ПВП. У него, видите, преимущество, что у него огромный дамаг с руки идет. Где-то чмо тупое, видите, для саппорта. И первый скилл еще с Санной. Давай, кидай, кидай, говно, кидай. В любом случае, давайте попытаемся... Ой, блин, что-то говно какое-то вылезло. Попытаемся по-быстренькому собрать банку, это наше все. Но пока он так что-то тихо играет. Тихонько так. А сколько у него голды, подождите. Ладно, потом посмотрим. Так, 570. Нам сейчас самое главное не отвлекаться. Окей, 623. Вау-вау-вау. Давай, братюня, так. А, давайте второй скилл качнем. Хорошо. Но даже если он абузер, то он какой-то слабенький. Абузер, какой-то тихоня. О, она тебе пес. Так. Давайте купим пока банку. Где эта банка-то наша? Баночка, баночка. Просели мы по хп. Просели. Кидай свое говно. Странно. Это вообще как-то необычно так играет. Я не понимаю, что он качал вообще. Он что-нибудь качал? Эй, говно. Так, ладно. Все, идет наша банка. Пришла банка. Делаем так. Смотрите, он еще проседает по хп. Можно еще раз кинуть. Ну хотя мы сейчас его не убьем точно с руки. Тварь тупая. Он даже не отходит, смотрите. Он, видите, он не боится просто. Ладно. Ладно, ладно. Также у нас всегда есть преимущество, это руна. Если мы будем брать хасту, то этому говну жопа. Я пойду тогда вообще сделаю его вот так, через фризы пойду. Да ну нафиг. Заколебали, ублюдки. Так, что у тебя там? Он, наверное, копит на рапиру, я понимаю. Говно, ловите, я подарок на день рождения пришел. Видите, он даже что-то не напрягается. Он знает, что он дальний бой. О, пошел первый скилл. Ок, братюня, да, да, хорош. Сейчас мы соберем кучу тапок и все, будем рвать жопу. Так, ладно. На, говно тебе обоссанное, лови плюху. Ну минимум хотя бы он сейчас, ему тяжело будет выйти в плюс. Видите, вот я об этом говорил. Тихо. Нет, осторожно. Я об этом говорю, что мы, благодаря
Так, он куда-то отошел, может, пошел за руны. Благодаря тому, что у нас есть банка, у нас есть много станов. Вы видели, сколько я станов уже выпустил? Очень много. Так, давай, братюня, тапок. Пойдем через тапок, да. Он по-любому пошел за руны, черт саны. Ладно, пока будем фармить. Он сейчас нас вряд ли убьет. Он пока может только нас дамажить, сильно дамажить. Что-нибудь придумаем. Давай, братюня. Тапочек, тапок, тапок, иди ко мне, тапок. Вот он. У него нету банки даже, обоссанное говно. Хорошо, есть первый скиллок. На тебе говно, саны. Так. Сейчас еще один будет стан, да, у меня? Так, давай, окей, окей. Все по замыслу, у нас идет все по плану. У нас есть еще один стан. Подставься, говно, подставься. Ну, вылези, параша. А, вон она, банка, банка пошла. На, ловите подарок. Так, ладно. Пойдемте сбегаем. Фух, сбегаем за рункой. О, какая хорошая руна. О, какая хорошая. Нам бы попробовать убить эту парашу. Но, видите, он выживает. А, я забыл руну заюзать. Лол. Лол. Ты лол, да? Ты лол совсем, что ли? Я думаю, как у меня палик? Подождите, стоп. Стоп, это я же инвизер. А, читер, наверное, да? Читерок, да? Беспалево заюзал руну вообще, беспалево. Да ладно, она здесь не нужна нам никак. О, а вот ульта уже появилась, это хорошо. Пока это говно не фармит, это огромный плюс. А у него тоже есть ульта, не забываем, он может нас забочить в эти в змейки. Давай, детка. На, псина. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Получил по хребту. Конченое говно, по хребту тебе. Идут ко мне мои фризы. Мы сейчас будет такой дамаг просто по роже ему. Вы видели? Это его косяк. Однозначно его косяк. Он просто не рассчитал. Он не рассчитал, что я убийца. Убийца паблика. Ладно. Все. Хорошо, хорошо. Я понял. Так, все, уходим, короче. Фризуля у нас есть. Теперь смотрите. У него... Так, сейчас будет руна. Ждем руна. У него есть, короче, змейки. А мы сделаем так. Я предлагаю собрать щиток. Они будут дефать нас от змеек. Мы сделаем вот так вот. Ах ты, тварь, а. Да ладно. Нет, нет, братюня. Нет. Ну ладно, у нас есть еще шанс. Хорошо, я вам говорил. Я вам говорил, что он поставит змейки. Ладно. У нас все хорошо, у нас есть руна, понимаете? У нас есть ульта сейчас будет, руна и два щитка. Не забывайте, что два щитка не стыкуются. Почему купил два щитка? Опять же, можно было купить щиток один, ну а смысл, если можно купить два, правильно? Чтобы вообще змеек не чувствовать потом. То есть, змейки нас дамажить не будут практически никак. Хорошо, говно, у нас есть топовая руна, топовая. Посмотрим, что из этого получится. Тварь конченая, а? Змеечки поставила, бичиха. Змеечки поставила, да? Ладно, пока фармим. У нас только есть один шанс, вы видите. Если я сейчас накосячу, то будет печаль. Печаль, беда будет. Может, мне еще купить эти варды? Давайте купим варды и апнем курочку. Так сказать, буду вкладываться в победу. Надо выбрать момент. Мы сначала просто поспамим это говно, а уже на следующий раз по это побежим. Смотрите. Ах ты чмо. Так. Ты же будешь бить? Тварь, что же придумать-то, а? Надо быстрее, чтобы у него не было змеек. Это лучший вариант. Ну давай, говно, где ты? Давай, братиша, давай, у него есть этот. Да посрать у меня, посрать, давай, на, говно, на!
Изи-бризи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Опять же, вы видели, это был отчаянный поступок. Я побежал прям под вышку. Почему я так сделал? По одной причине. Пока у него не было змеек. Мы видели, он кинул сетку. А если у него была бы ульта, он бы кинул ульту, потом сетку, меня бы убили. Хотя, у нас было два щитка, которые очень хорошо бы дефали змеек. Не факт бы, что он меня убил. Хотя, если бы он заблочил змейками, он бы убил меня 100%. Так что мы победили Абуза Рассанова. Еще раз говорю, что шаман, то играет в ПВП за шаман демонов. Фу, чмошные абузеры. Но если он выпадет нам потом, мы не будем абузерами, ладно? Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.